23 сентября текущего года в утреннее время на окраине деревни Спас Торжукского района Тверской области обнаружено тело депутата законодательного собрания Тверской области с огнестрельным ранением в области груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105, частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство и незаконный оборот оружия. На месте происшествия работает первый заместитель руководителя регионального Следственного комитета России, руководители следователи отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты Следственного управления, начальник УМВД России по Тверской области, его заместитель. Председателем Следственного комитета России на место происшествия направлены криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета. Проводится детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор закрепления доказательственной базы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное преступление. Расследование данного уголовного дела продолжается.